Книга «Открытым оком», тема «Ереси секты», вопрос 764. В начале века было явление Божьей Матери в местечке Фатима в Испании, и там, говорят, было пророчество о России и другое. Не говорит ли это факт в пользу истинности католической церкви? Отвечает Игнат Тихонович Лапкин. В нашей книге «К истинному православию» очень подробно изъяснено, это на странице 358. Это было явление нечистой силы для того, чтобы покорить Россию под папскую туфлю. Это как раз и говорит о лжи, господствующей в католической церкви. Там же прочтите «Человекоубийство и ложь Ватикана».